У вас вышла книга «Проблемы Армении». Расскажите, пожалуйста, о вашей книге. Значит, коротко я писал истории Армении. Армения все-таки первая христианская страна в мире. И главный геноцид. И ну, там довольно много картин, подробностей очень много. И сперва думал, как эстонские читатели принимают. И для сравнения дал обширный материал во время Сталина, который здесь в Прибалтике был. И поэтому для сравнения и эстонские лучше поняли эти проблемы. Поэтому очень много одинаковые проблемы. И но книга прошел через некоторое время второй тираж, и потом перевод на русский язык госпожа Петросян сделала. Скажите, пожалуйста, сегодня сейчас только что закончился просмотр премьеры фильма. Открыл ли он для вас какие-то новые страницы? Это, по-моему, отличный фильм, и там, может быть, не очень много были такие факты, а так, человеческий характер о миссионеров. И часто такие, ну, как геноцид, Вторая мировая, там очень такая, ну, жестокие детали, очень много. А здесь главное было те люди, миссионеры, и работа, их судьба, и, по-моему, этот фильм очень хороший. И тем более сейчас, если смотрим в Европе, это проблема беженцев, война в Сирии, это и сейчас очень актуальная проблема.